Металл, станки – это основа является любого производственного процесса, особенно нашей как страны машиностроительной. Выставка «Металлообработка» – одна из важнейших на территории Республики Беларусь выставочных мероприятий. Сегодня здесь вот более 200 участников компании. Основное направление – это станочное оборудование и сварочное оборудование, которые представлены в виде наших отечественных производителей. Это последние разработки станков для реального сектора. Что касается технологий, то есть технологии, направленные большей частью на индустрии 4.0. Это информатизацию технологических процессов, безбумажную технологию и фактически внедрение их на предприятие. За мной станок. Это наш станок аршанского предприятия «Красный Борец». Является одним из лидеров не только в Республике Беларусь, но и на постсоветском и евразиатском регионе в технологии производства станков шлифовального направления. Представляем на данной выставке станок лазерной резки. Качество резки очень высокое, как бы позволяем достичь сотых долей миллиметра при необходимости. Полностью все белорусское, и разработка, и производство у нас, и электроника. Станки востребованы, стоят на многих белорусских предприятиях, ну и по России как бы очень много предприятий закупают. На нашем стенде представлены последние разработки компании в области робототехники, систем ЧПУ. И сзади меня стоит новый коллаборативный робот CRX. Ключевая особенность этого робота заключается в том, что он полностью промышленный, он коллаборативный, это значит, он позволяет работать без специальных ограждений, в коллаборации с людьми, и в то же время он очень прост в управлении и легко программируется. Ну, то есть это такая новинка компании, собственно говоря, новая эра в области роботизации предприятий.